Итак, приветствую, мои друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. И знаете что? Сейчас я вам покажу один интересный дом. Дом реально бомба, ребят. Просто сразу говорю, реально бомба. На Авито вы можете такой дом купить за 15 миллионов рублей. По факту он стоит немножечко дороже. Сразу говорю, домик продается с ремонтом, с техникой, с мебелью. Домик у нас в общей сложности 600 квадратных метров. Это с пристройками, со всеми, с гаражами и тому подобное. 600 квадратов, 10 соток земли. Находимся мы с вами на закрытой территории. Находимся мы с вами в Дагомысе, в 5 минутах ходьбы от самого популярного, наверное, пляжа, который есть в Большом Сочи. Находимся мы на территории управления по делам президента. В общем, много чего есть хорошего, интересного есть. Давайте я вам покажу. Итак, да, мы с вами вот заезжаем. Заезжаем по нормальной дороге. Почему вот я решил выйти показать? Потому что здесь нормальная дорога. Идем по одной полосе в каждом направлении. И это закрытая территория. Соответственно, там на встрече у нас есть шлагбаум с воротами и с охранником. Но при этом вы, когда будете жить в этом доме, вы будете платить только коммунальные платежи. Самое интересное, что коммунальные платежи в этом доме, кто скажет, ты что ну, показываешь, какой-то маленький домик. Ребят, прям немножечко потерпите, и все, и будет вам счастье. Этот домик у нас, по большому счету, очень интересно построен, он сделан очень качественно, соответственно, здесь есть плодоносящий сад, здесь есть, в принципе, все, даже есть и кошак, в общем, все здесь есть. Ну и, конечно же, давайте мы сначала с вами немножечко пройдемся по территории. Почему именно по территории? Ну, потому что 10 соток земли для Сочи – это большая редкость, и 10 соток земли – это больше, знаете, как бы исключение. Потому что на данном этапе этот дом представляет собой, знаете, вариант именно универсальный. Он подойдет как для ваших родителей, он подойдет как, например, для вас, любимых, и подойдет, в принципе, ну, как бы по всем параметрам. Какой кошак? Кошак больше, чем собака, да? Офигеть. Ну, короче, здесь есть плодоносящие деревья, здесь есть и лимоны, и фейхоа. Я не монетирую сейчас, есть и инжир. В общем, все здесь есть, и все здесь растет. Посмотрите, все красиво, все аккуратно, все довольно-таки достойно. Соответственно, конечно же, есть зона барбекю. А куда же без нее? Давайте я вам тоже ее сейчас покажу. Здесь, кстати, казан остается, казан идет в подарок, если кто-то покупает у нас в течение марта. Ну и, в общем, вот дом вот снаружи выглядит вполне себе достойно. Очень много всяких классных таких штучек, да. Действительно, хочется вызвать сюда друзей, хочется здесь готовить, и хочется просто, не знаю, там, просто радоваться жизни. И на самом деле никакая эпидемия в этом доме не страшна по одной простой причине, потому что вы всегда сможете спокойно пережить хоть, не знаю, там, хоть войну, так скажем. Почему хоть войну? Сейчас я вам тоже покажу. Есть бассейн. Кстати, бассейн тоже, знаете, такой не маленький. Бассейн довольно-таки большой. Да, вот есть там батут, все это у нас остается. Как бы, конечно, здесь просится, чтобы была большая семья. Может быть, даже с родителями можно было жить в этом доме. Есть бассейн. Кстати, самое интересное, что бассейн на данном этапе, он подогреваемый. Сейчас его просто прикрыли для того, чтобы он не охлаждался. Подогревается он, соответственно, от газа. И вот, помимо всего, в этом доме, да, вот посмотрите, да, как дом обалденно выглядит. В этом доме есть еще свои куры, свои яйца, свои гуси. И посмотрите, да, вроде бы можно и просто жить, да, наслаждаться своим красивым садом. А можно, соответственно, еще и, не знаю, там, сам себя прокормить. Это на самом деле в наше время, сейчас с учетом нестабильной обстановки в мире, я думаю, это очень важно. Такие большие пальмы, можете загуглить, сколько они могут стоить. Ну и, конечно, бассейн, такая хорошая доска, да, посмотрите, да, все в идеальнейшем состоянии. Ну, реально все в идеальном состоянии. И действительно очень круто, я бы сказал, даже просто обалденно. Давайте начнем экскурсию. Изначально начнем именно с бани. Потому что какой же частный дом
без бани. Это летняя кухня, где можно летом, да, спокойно, да хоть летом, даже зимой можно попить кофеечек. Опять же, в доме у нас не 15 киловатт, а 30 киловатт электричества. Есть банька на дровах, есть, соответственно, на всякий случай два дизельных генератора, если вдруг что-то случилось, там, не знаю, там, хотя здесь ничего не случается, потому что все-таки не будем забывать, что это, наверное, самая лучшая локация в городе Сочи. Если вдруг что-то случилось, то вы без света не останетесь. Теперь, что касается бани. Банька сама по себе, она небольшая, сразу говорю. Она вот, видите, ну, просто попариться чисто так символически. Ну, взяли, попарились. Вот она. Кстати, такой запах классный. Просто взяли, попарились, да и все. Без фанатизма. Попарились. Помылись. На летней кухне отдохнули, в туалет сходили, и вот оно, вам это счастье. В целом, для баньки вполне себе даже, я бы сказал, хорошо. Не то, что даже хорошо, я сказал бы, просто даже замечательно, потому что, по большому счету, в принципе, больше ничего особо и не нужно. Банька, да, она небольшая, но такая, интересная. Теперь, что касается у нас второго этажа. На втором этаже здесь, просто не могу понять, где же у нас находится здесь вход, есть как раз вариант именно гостевого размещения. К примеру, пришел мой друг Алексей, да, и, например, можно его на крышу еще и загнать. О, кстати, да, нашел, как его загнать на крышу. Давайте мы с вами поднимемся. Вот так. Кстати, видите, ступенечки тоже сделаны аккуратно, чтобы можно было спокойно, не напрягаясь, подняться. Ну и что у нас представляет второй этаж? Ну, я считаю, что вполне себе хороший вариант для гостей. Независимые там у них есть или, не знаю, там... Ну, короче, можно просто гостям спокойно здесь хорошо... О, Саратов, огромный привет! Посмотрите, ну, прикольно же. Даже если приехали вдруг вам кто-то с ребенком, они с большим удовольствием останутся. Потому что, поверьте мне на слово, халявщиков, когда вы переезжаете в город Сочи, будет очень много. Когда узнают, что у вас еще и большой дом, они скажут, ну все, это наш вариант. Мы видим, что по соседству у нас апартаментный комплекс Ададжо. Это очень дорого за квадратный метр. Ну и по дороге мы с вами тоже видим жилой комплекс, который называется Солнечный Дагомыс. Здесь же мы с вами видим Босфор. Ну и, в общем, пока даже зимой вот не самый лучший вид, но вот за счет, в любом случае, за счет того, что посажено туи, все красиво выглядит. В общем, как мы с вами уже догадались, все хорошо. Да, в доме есть газ, в доме есть вода, в доме есть, в принципе, все. Гостевая комната, в общем, все, как и должно быть. Скажут, дрова для чего? А дрова у нас как раз в первую очередь сделаны для того, чтобы можно было здесь вот сделать свой, не знаю, свой шашлык, плов и тому подобное. Ну и, соответственно, здесь у нас отдельно идет газовая котельня, которая, в свою очередь, подогревает тот самый бассейн. Попарились в баньке, укунулись в бассейн, сорвали инжир с своего дерева, также здесь есть виноград, в общем, все здесь есть. Ну, говорю, самое главное, это просто потрясающие подъездные пути, которые мне здесь понравились. На любом автомобиле ты себя здесь чувствуешь хорошо и комфортно. Поэтому в целом по территории, я думаю, у вас вопросов не возникает. 10 соток земли, все хорошо, все прекрасно. Я бы сказал, все даже замечательно. Ну, реально, птички поют, да, и кто-то скажет, Макс, ну, блин, спускаться. Ну, ребят, да, может быть, спускаться, может подниматься, это особенности рельефа. Но когда мы будем сейчас находиться с вами в доме, вы поймете, что дом спроектирован очень интересно и... как бы никакого дискомфорта вы испытывать не будете. Виноград есть, во дворе можно поставить 4 автомобиля, плюс также еще есть гараж, автоматические ворота. В общем, все, как вы любите, все, как и должно быть. Ну и с этой стороны тоже у нас еще есть фруктовые деревья, которые, они, в свою очередь, плодоносящие. Да, именно так. Ну что, ребят, давайте попробуем все-таки зайти вовнутрь дома и посмотрим, что же здесь такого интересного у нас имеется. Итак, входная группа.
Что хорошего? Целая куча шкафчиков, целая куча всего, что вам, в принципе, нужно. Теперь, соответственно, мы, если спускаемся с вами вниз, мы с вами попадаем в ту же самую гостиную. Если мы с вами повернем налево, то здесь мы с вами видим просто огромнейший гараж. Да, небольшой бардак, особо здесь никто машину не ставит. В принципе, это как хорошая, нормальная, полноценная комната. На самом деле, гараж в доме это как балкон в квартире, да? Вот все, что не нужно, все в гараже. Но гараж однозначно зачет, гараж теплый, гараж обогреваемый. Теперь давайте посмотрим все-таки с вами, второй этаж. Именно тот этаж, где есть хозяйская спальня. Большая хозяйская спальня со своим санузлом, ванная комната. Посмотрите, все красиво, все хорошо сделано. И спальня действительно такая по размерам, какая и должна быть. Огромнейшая, большая хозяйская спальня. Я, если честно, когда в такие дома еду, думаю, блин, скорее всего, там сейчас будет непонятно что. Думаю, там, скорее всего, ремонт будет такой. А на самом деле ремонт-то хороший. Да, ремонт у нас в классическом исполнении. Но в целом, как бы учитывая, что везде у нас имеется такой свой небольшой балкон, с балкона мы можем видеть свой бассейн, свою территорию, весь Дагомыс. Ну и вот здесь участок какой-то узкий, не знаю, что там может быть. Может быть, в конце концов, может быть, как-нибудь его и выкупить. Но в целом, все здесь хорошо и замечательно. Даже при всем том, что здесь, как мы с вами уже разобрались, ну, спальня хозяйская действительно потрясающая. Теперь давайте посмотрим, что же еще есть. На этом этаже также у нас имеются две детские. Тоже я не могу сказать, что они маленькие, они просто огромнейшие детские комнаты. Ну, реально огромные, ребят. И рабочая зона есть, и где поспать, и вид, соответственно, соответствующий, да. Также есть у нас еще одна спальня. Тоже спальня просто супер. Посмотрите, огромная спальня с выходом на балкон. На балкон выходить не будем, но балкончик есть. Балкон у нас крытый, поэтому даже в дождь можно сидеть и наслаждаться, не знаю, там, потрясающим видом и шумом, который идет именно от дождя. Также мы, видите, с вами немножко с вами можем подняться. И здесь, конечно же, у нас имеется детская зона, игровые комнаты для детишек. Давайте я покажу вам, что я стою в полный рост и себя не чувствую некомфортно. В общем, все здесь хорошо, все здесь красиво и все здесь замечательно. У детей есть своя ванная комната, полноценная ванная комната. Ну и, конечно же, есть еще соседняя. Сейчас сначала посмотрю, чтобы никого здесь не было. О, все. И здесь еще одна такая детская комната. Для детей, конечно, в этом доме просто рай. Можно там бегать по четырем этажам. И самое интересное, что переход с одного этажа на другой, он не такой критичный, потому что, в принципе, мы комфортно, да, вот смотрите, мы прям немножко поднялись, там буквально там 6 ступенек, и мы находимся выше уровнем. Здесь пару ступенечек спустились, и уже находимся на центральном входе. Тоже большой и жирный плюс. Ну и, конечно же, посмотрите, ремонт, да, ничего здесь у нас нет ни покоцанного, ничего. Тут же у нас гараж. Если вдруг кто-то хочет заехать в гараж и комфортно выехать с гаража тоже. Здесь мы, конечно, видим гостевую комнату. Точнее, это зал, где высота потолков 5 метров. Посмотрите, да? В принципе, все сделано очень хорошо, красиво, достойно. Рояль. Ну, конечно, кто сказал, это пианино, да, пианино, с которым у нас Билан вылазил там на Евровидение. Каминный зал. Ну, в общем, здесь все сделано очень даже хорошо, прекрасно и замечательно. Давайте я покажу вам с углов, чтобы вы понимали, что как можно красиво обыграть те же самые колонны, которые у нас имеются. Ну, действительно, очень-очень круто, ребят. Очень круто. Даже никаких вопросов и
не возникает. Соответственно, здесь также у нас имеется кухня, гостиная. Огромная кухня, да, это классика, но это не такая классика, как мы привыкли, не чопорная классика, а нормальная у нас получается мебель, техника встроенная, все это остается. И в принципе кухня, я считаю, одна из, наверное, одна из топовых, прям фишка этого дома. И самое интересное, что с каждой комнаты у нас есть возможность выйти на свой балкончик, да, и просто, не знаю, те, кто курит, могут покурить, те, кто просто хотят дышать свежим воздухом, могут подышать. Ну и, конечно же, дом рассчитан, что будет очень много гостей, много у нас посадочных мест, большой стол, в общем, все как и должно быть. Ну, а мы с вами потихонечку давайте будем спускаться еще ниже. Да, еще есть ниже у нас вариант. Здесь мы, соответственно, видим, санузел имеется. И здесь у нас такая комната, да, бытовая комната. Кстати, везде тепло, везде жарко, я уже аж упарился. В общем, хватает всего, чтобы можно было комфорт себя чувствовать. Ну и вот здесь мы по лестнице спускаемся уже непосредственно в цокольный этаж. И в этом цокольном этаже у нас есть спортивная зона, где при желании вместо, например, теннисного стола можно поставить тот же самый, не знаю, там, бильярд. Здесь же есть беговая дорожка. Здесь, в принципе, есть все, что нужно для вас. И здесь у нас также имеется гостевые спальни. Чем хороши вот эти гостевые спальни? Потому что у них отдельный вход. Вот, например, да, вот с этой стороны мы можем выйти сразу на свою территорию, не обязательно по лестнице ходить. Вот мы с вами уже здесь были. Ну и по факту, в принципе, все очень даже хорошо, все очень даже сделано замечательно. В общем, лишние комнаты у нас, по большому счету, в большом доме не бывает. Здесь у нас есть еще одна спальня гостевая. Тоже все спальни с естественным освещением, все спальни хорошие, комфортные, поэтому я думаю, что вы спокойно сможете разместить всю свою семью. Знаете, здесь у нас санузел, притом такой полноценный, вместе с душем, санузлом. Здесь у нас еще есть пару комнат, мы туда заходить с вами не будем, потому что здесь у нас сейчас, мягко говоря, ну, укладывает ребеночка спать. Что по факту мы имеем? По факту дом 600 квадратных метров, есть гостевые всевозможные, много чего здесь сделано, есть и камин, есть, соответственно, и гараж, и высокие потолки, и, в принципе, хороший современный ремонт, которых устроит почти всех. Да, сейчас мы сделаем маркировку, покажу вам еще интересный вариант. Это хозяйская спальня. Ой, хозяйская. Вот. Тоже, в принципе, кабинет. Можно здесь все, что угодно делать. По итогу давайте все-таки подведем итог. Что у нас мы имеем? Мы имеем в Дагомысе с хорошим подъездом, с закрытой охраняемой территорией. Мы имеем с вами дом, который построен сербами. Сделан хорошо, сделан качественно. Если не ошибаюсь, этот дом строили у нас компания АЛК+. А АЛК+, вы сами понимаете, что это в первую очередь надежность. Это первое. Второе. Если, например, мы берем здесь мебель, техника, все по высшему разряду, все дорого, хорошо сделано, сердито. И, конечно же, имеется в доме все. Начиная от гаража, заканчивая саунами, гостевыми комнатами и тому подобное. Также хочется отметить, что в целом данный домик строился для себя. Причина продажи, ну, у всех разные бывает. Может быть, дети уже выросли, стал неактуальным, может, еще что-нибудь. Но факт остается фактом. Данный дом у нас продается. Цена в марте месяце пока по акции. Цена будет ниже рынка. Данный домик стоит всего лишь у нас, чтобы вы понимали, ребят, всего лишь, я говорю всего лишь, ключевое слово, стоит 180 миллионов рублей.
скидок нет, ничего нет. Данный дом вы можете приобрести при желании, в том числе и в ипотеку, потому что дом со всеми документами, дом полностью законный. Кошак, давай познакомимся. Такой здоровый кошак. Дом со всеми документами. Дом, соответственно, в сумме, как бы в доме будет вся сумма в договоре, да, вот если мы будем делать с вами расчет. И, конечно же, здесь у нас пройдет ипотека любого банка. Самое интересное, что не будет со стороны, да, как будете заезжать, не будет никого раздражать. Вроде кажется простой, обычный, одноэтажный домик, но по факту мы получаем с вами отличный, полноценный дом. И действительно, тот дом, куда уже, в принципе, вам никакие вложения делать не нужно. Потому что все, что вы видите в доме, все это остается, за исключением кошака и собаки. Все остальное остается именно здесь. Подсветка есть, все есть. Все сделано так, как и должно быть в доме. И вот я могу вам показать, как вы действительно можете обыграть дом, если вдруг у вас непонятно какой рельеф. Везде есть у нас вот такие, да, жалюзи, и все. Дом под видеонаблюдением. Говорю, на закрытой территории можно, например, покупать этот дом в качестве варианта, например, на лето там, или на зиму и так далее. Приезжать, комфортно жить и спокойно потом уже уезжать себе там, не знаю, там, в родной город. Вот как бы так. Поэтому, ребят, 180 миллионов рублей. Если вдруг понравился домик, обращаемся, помогу вам приобрести. На других площадках ни на Авито, ни на Циане этого дома нет. А если есть, только с фейковыми объявлениями, потому что обычно под видом покупателя вымогают фотографии и потом размещают. Потому что если, например, этот дом разместить за 180 миллионов рублей, то, я думаю, очередь не будет выстраиваться. А вот когда его размещают за 20 миллионов рублей, люди фантазируют, особенно у нас москвичи, думают, что да, что там, колхоз Сочи. Тем более от пляжа 5 минут пешочком с хорошими подъездными путями. И, скорее всего, мы там сможем купить его вот за 20 миллионов. Хотя я скажу, как есть, земля в этом месте, вот земля вот в этом месте, стоит минимум 8 миллионов рублей за сотку. Только земля, на которой находится этот дом, здесь стоит 80 миллионов рублей. Потому что дом ИЖС, на земле ИЖС, точнее, находится. И, конечно же, сделан просто потрясающий такой вот индивидуальный такой дизайн, да, балкон. Ну, действительно, дом очень крутой, крутейший. Есть, соответственно, здесь, помимо всего, еще есть и винный погреб. Я вам не показал, ну, потому что вы там просто там... Кстати, да, винный погреб я не показал, но он есть такой полноценный. Только не погреб, а это полноценная комната. Просто, думаю, ну, неэтично показывать, потому что все-таки вино коллекционное – это что-то личное. Поэтому, ребят, очень много санузлов, очень много комнат всевозможных. И если вдруг у вас появилось желание приобрести хорошее, достойное жилье, обращаемся, с большим удовольствием помогу вам приобрести. Итак, ребят, на секундочку, домик 180 миллионов рублей, 600 квадратов, 10 соток земли, остается все, кроме собаки и кошки. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всем прекрасного настроения, всем вам добра и пока.